Друзья мои, к сожалению, проблемы какие-то были с видео, не сохранилась запись заказа самого, где я рассказываю, что именно было заказано в компании Oriflame. Но в следующем видео, когда я сравниваю сумочки, аксессуары от компании этой, вы можете видеть, что там есть витамины для волос и ногтей, нутрикомплекс, о котором я уже говорила. Ну, давайте посмотрим. Пока есть возможность показать, просто часть товаров уже ушла у меня в расход, поэтому я вам не покажу. Вот, что касается нутрикомплекса для волос и ногтей, я уже, как вы видите, начала пропивать этот курс. Здесь всего 42 таблеточки, нужно пить по 2 штучки в день. Для полного курса восстановления нужно пропить 4 упаковки таких, он рассчитан на 4 месяца. Я знаю, что мне достаточно 3 упаковки, я уже просто пила один раз этот курс и, в общем-то, планирую 3 коробочки пропить. Вот, что здесь входит? Здесь входит витамин С, потом железо, L-лицистеин и что-то еще. Вы подробнее можете прочитать на сайте Oriflame полную инструкцию, я ссылочку вам дам. Ну и, конечно же, самое главное, хотела вам показать саму сумочку Messenger, видео, которое у меня не сохранилось, и пришлось вот сейчас переснимать. Итак, как вы можете видеть, эта сумочка, она из эко-кожи, сделана под рептилию, имеет вот такой вот простой достаточно карабинчик и молнию. Что хочу сказать, она действительно имеет такую форму, то есть она ее держит, там ничего в сумочке нет. То есть смотрите, вот я ее сжимаю, да, вы видите, что она возвращается в свое исходное положение. Конечно, здесь все сделано в цвет. Единственное, что молния, кстати, хорошо достаточно застегивается. Я сейчас ее расстегиваю одной рукой, поэтому мне приходится прилагать некое усилие. Вот, сумочка не длинная. Если вы ее оденете на плечо, просто на плечо, то она будет у вас где-то на уровне чуть ниже талии, чуть ниже. Если вы оденете ее через плечо, то она у вас будет на уровне до талии, если я не ошибаюсь, но она, в общем, будет у вас прямо лежать как нужно. Здесь есть внутри подкладочка такого мятного цвета интересного, есть застежечка кармашек, здесь есть кармашка для мобильного и второй кармашек, я обычно его использую для проездного документа, очень удобно для меня доставать. Все достаточно качественно прошито, сумка особо, конечно, не имеет такого явного запаха. Ну, пахнет, конечно, какой-то кожей, то есть это эко-кожа. Ремешок не регулируется. Хочу также отметить ваше внимание, что он не регулируется. То есть вот как вы его купили, так вот он у вас и есть. Так что обратите внимание, кто очень высокий, сумочка может быть для вас короткой. Вот. Ну, в принципе, неплохая. Мне понравилось. Также в том видео, в котором вы увидите дальше, там будет у меня брусочек мыла из коллекции цветочная, Flower Party, что-то там такое, или не Flower Party, а что-то Flower, в общем, что-то такое интересное. Мыло уже у меня в ходу, а также мужской крем. Заказ на самом деле у меня из Oriflame был небольшой, в основном акцент был сделан на витамины и на эту сумочку. Вот, хотелось еще заказать водичку Living Color, но это будет уже в следующем месяце, так как у меня полетел холодильник, и мне придется внепланово его покупать. Но о холодильнике мы с вами еще поговорим, тем более есть интересные истории, и хотелось бы ими тоже поделиться. Ну что ж, всем пока, смотрите мой обзор дальше по сумочкам Oriflame. Всем пока-пока! Итак, сейчас будет небольшое такое видео, вставка, болтология об аксессуарах Oriflame. Что я хочу сказать? Я, конечно, хочу вам показать, во-первых, сумочку. Вот не помню, честно, как она уже называлась. Сейчас камера немножко передает ее в таком светлом джинсовом оттенке. На самом деле она уже темно-синяя. Это джинсовая сумочка тканевая от компании Oriflame. Ей уже, я, честно говоря, не помню, но ей точно уже год, даже больше года, наверное. Вот.
Мне эта сумочка нравится. Но, конечно, так как ей уже около 2 лет, если я не ошибаюсь, то ли ей 1,5, то ли 2 года, честно не могу сказать. Я, конечно, ее стирала и вручную, используя порошочек. Вот, но, в принципе, свойства она свои не поменяла, но ткань со временем начинает, конечно, портиться. Ну, тем более у меня здесь есть некоторое пятно белое с другой стороны, которое не отстирывается. Вот, надо попробовать, конечно, еще раз постирать. В принципе, сумочка неплохая. Вот. Что вообще хочу сказать об аксессуарах Oriflame? Конечно, когда была поездка, и эта сумочка, в этой сумочке ты стоишь в городе Пскове на центральной части Кремля, да, и когда идет женщина там с ребенком, и у нее такая же сумочка, и она видит ее, смотрит на тебя, вы встречаетесь взглядом и улыбаетесь, это, конечно, приятно слышать, видеть, что кто-то тоже пользуется компанией Oriflame, да, покупает там какие-то аксессуары, косметику и прочее. Вот, но это единственный вот случай, когда я встретила действительно человека. Это была не Москва, это был город Псков. Вот, в принципе, я, конечно, из тех людей, которые не любят, когда все поголовно ходят там в каких-то одних и тех же аксессуарах, я не знаю, куртках. Понятное дело, что это масс-маркет, да, Oriflame это такой онлайн масс-маркет, который ты, в общем-то, в обычном магазине не купишь, но все равно. С другой стороны, когда я понимаю, что, да, можно пойти там в какую-нибудь, ну, допустим, давайте возьмем Zara или H&M, можно там купить какую-то сумочку, либо пальто, и также ты будешь ходить и видеть своих, да, ты не знаешь этих людей, да, но они вот тоже там купили такое же пальто, и вы с ним взглядом встречаетесь и улыбаетесь, да, о том, что у вас, в принципе, одежды одной марки. В этом ничего плохого нет. Но я просто вот такой человек, который особо не любит, да, там, когда у всех одни и те же аксессуары там и так далее. Но с другой стороны, опять же, это масс-маркет, и какая разница, купили вы это в Oriflame или вы купили это в магазине, в принципе, да, то есть я имею в виду, разницы никакой, люди ходят в магазины, люди покупают, и товар, да, имеет свойство ограниченного выпуска, поэтому, например, там какой-то процент все равно он есть, да, кто купил этот же товар. И есть, конечно, риск, что вы встретите такого человека. Вот. Но, в принципе, меня вполне устраивает, поэтому давайте посмотрим. Вот как раз я хотела что вам рассказать. Ну, я еще эту сумочку после сезона не стирала, буду ее стирать. То есть вы видите, да, уже здесь катышки появились, желтизна. Но она при этом достаточно вместительная. То есть у меня здесь вмещается и батарея дополнительная, и селфи-камера. Селфи-палка, простите. То есть все здесь вмещается, она очень удобная. Вот, сумочки в Oriflame я, конечно, часто не покупаю, потому что у меня есть, как бы, ну, свой, так скажем, стиль, вкус и практичность, которой я придерживаюсь. Но вот такие вот сумочки через плечо для меня важны, потому что я летом пользуюсь либо такой сумочкой через плечо, либо рюкзаком. То есть сумочку, чтобы вот так на руке носить, я не использую, потому что я передвигаюсь на велосипеде, и для меня это абсолютно непрактично. Ну вот, в общем-то, все, что я хотела сказать. Давайте вернемся тогда к нашему следующему каталогу. Оставайтесь со мной. Итак, предлагаю всем ознакомиться с мини-каталогом Sale, который будет действовать с 18 марта по 31 марта. И здесь мы с вами видим туалетную водичку Tenderly Promise за 699 рублей. Так, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Я комментировать особо не буду, просто так для вас покажу. Может быть, кого-то это заинтересует. Кстати говоря, тушь будет всего лишь за 259 рублей. Очень хорошее предложение. Можно тоже взять.
Так, здесь у нас с вами страничка с декоративной косметикой именно для ногтей. Spa Collection. Это у нас с вами детская коллекция. Тачки и Дори. Здесь у нас с вами страничка с аксессуарами, пончо, шарф и браслет. Это коллекция предыдущего года. У меня есть такие очочки. Они, кстати говоря, универсальные, в принципе, неплохие. Но, конечно, несмотря на то, что я носила их в чехле, царапины все равно есть. Ну, это просто, во-первых, очки, да, надо понимать и говорить об их качестве. То есть они, в принципе, недорогие, поэтому это вполне нормально, что на них появились уже небольшие царапины. И вот такие вот тоже будут очки по распродаже с футляром и салфеткой. Очень стильно. Не знаю, надо смотреть. Так, ну и давайте сразу перейдем к каталогу. Что мне понравилось? Каталог очень толстый, плотный. И первое, что я планирую. Я, во-первых, уже говорила, что я сейчас, у меня есть некий лимит, поэтому я эту сумму, заказ в этом каталоге, буду разбивать на 2 раза. Итак, давайте посмотрим, что планирую вообще, в принципе, заказать. Первое, это будет тушь. Уход для ресниц с освежающим эффектом The One Eyes Wide Open. Тушь всего за 249 рублей, там при заказе из этого каталога на 300 рублей, но это в любом случае он будет, поэтому тушь вообще выйдет практически даром. Вот. Следующее, что я планирую, это новинка. Лаки для ногтей на сезон весна-лето. Я планирую заказать 3 оттенка. Это зеленый чай латте, ягодный йогурт и мятный леденец. Ну, конечно, еще буду смотреть сводч, поэтому посмотрим. Меня интересует по консистенции, по плотности, насколько они будут хороши. Следующее, что я планирую заказать, сейчас у меня в ванной комнате стоит уход от Yves Rocher. Я думаю, что к концу марта у меня он уже подойдет к концу, либо, скорее всего, к середине. И на смену ему я планирую заказать серию Avios, пенка для умывания, тоник для лица и крем для лица. Серия Love Nature, очень неплохая серия, мне нравится с чаем. На лето самое то. Легкое питание, увлажнение и, соответственно, нет такого утяжеления по плотности кремов, потому что крема вот эти, они очень легенькие и быстро впитываются. И мне это очень нравится. Следующее, что у нас будет в следующем каталоге, это новинка в серии Discover. Озера Новой Зеландии. Как раз таки обратите внимание, здесь есть и мужской гель для душа, и женский. Очень приятные ароматы. Тут, вот видите, киви нарисованы и лилия, скорее всего. В женском аромате, а в мужском это лайм и кипарис какой-то, наверное. Так, следующее, конечно, так как я в этом заказе не оформила водичку, то, соответственно, в следующем каталоге я планирую, конечно, ее заказать. Она уже будет чуть дороже, тут на 150 рублей, но ничего страшного. Главное, что я заказала сумочку.
Итак, следующее, что я планирую, это, конечно же, крем для рук и гель для душа, который я также в этом каталоге не купила, но взяла кусковое мыло из этой серии. Очень приятный аромат цветочный. Обратите внимание, что это серия ограниченного выпуска. То есть, если на складе закончится в этом каталоге, который действует, данные крема и гели, то в следующем каталоге их тоже, в принципе, может уже и не быть. Вот. Следующее. Я планирую заказать набор одноразовых станков. Там, по-моему, их то ли... три станка в одном пакетике будет за 189 рублей. Очень выгодная покупка. Я попробую, конечно, их успеть заказать, потому что цена, конечно, очень такая сладкая. Ну и давайте начнем мы, с самого главного. Это у нас с вами вкладка в этот каталог из такого плотного картона. Компания Oriflame сделала ребрендинг серии Hair X Advanced Care и, соответственно, представила нам обновленную серию. Ну, не то чтобы даже, наверное, ребрендинг, а просто обновила серию. Здесь, соответственно, описано, рассказывается о комплексе фитонутриентов, об их значимости. Вот, давайте я вот так сделаю. Кому интересно, может поставить на паузу стоп и прочитать. И, соответственно, здесь выходят у нас новинки. В этой серии выходит, значит, шампунь, увлажняющий для блеска волос Hair X 250 мл и спрей для блеска волос Hair X также 200 мл. Этой серии еще в каталоге не было. Это новинка. И, соответственно, здесь будут очень хорошие скидки. Итак, давайте посмотрим, что нам предоставляет компания Oriflame. Также есть для поврежденных волос серия, также она осталась. Кондиционер, шампунь, маска и восстанавливающая сыворотка. Также есть у нас с вами комплекс для окрашенных волос, шампунь, маска и кондиционер. И также обновленная серия для придания объема тонким волосам. Шампунь, кондиционер и сухой шампунь. Хочу отметить, что сухой шампунь в основной линейке есть. И вот здесь вот та самая раскладка о том, что впервые в каталоге появляется линейка, которая не имеет аналогов, с фитонутриентами и гиалуроновым комплексом. Обратите свое внимание, я как раз таки планирую заказать эту серию. И здесь компания Oriflame как раз таки показывает обновленную линейку, то есть какой шампунь соответствует новому шампуню, там, соответственно, кондиционеру, маске и так далее. Очень неплохая вкладка, полезная. И, в общем-то, ее можно даже отсюда, ну, скажем так, экспортировать из этого каталога и оставить просто для себе, ну, для себя, да, для того, чтобы не запутаться и знать, понимать, какой шампунь соответствует какому уходу. То есть, в принципе, это очень полезная вкладка. И также здесь есть акция, что вот этот данный нутрикомплекс для ногтей и волос можно купить с 55% скидкой, то есть за 699 рублей, хотя его полная стоимость 1690. Если вы покупаете два любых продукта Hair X из этого специального вложения. Ну, то есть, если вы покупаете любые два средства, например, шампунь, да, и кондиционер из этой серии, да, вы можете уже купить, соответственно, нутрикомплекс со скидкой. Это очень выгодное предложение, я обязательно им воспользуюсь. Следующее, что я планирую, что меня еще заинтересовало. Да, что заинтересовало, но пока под большим вопросом, это новый парфюмированный спрей для тела Love Potion Southampton с мандарином, орхидеей и прозрачным медом. Непонятно, ароматизирована данная страничка или нет, потому что я лично ничего не чувствую. Ну и, собственно говоря, хочу обратить также внимание, выйдет новинки в серии Love Nature с огурцом. Я планирую заказать, но не в этом каталоге.
Вот, так что вот такой вот следующий каталожик уже в таком весеннем летнем тренде. Посмотрите, может быть, вас что-то тоже заинтересует. Ну что ж, всех с наступающими праздниками, всех пока-пока!